Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей». О событиях понедельника, 16 марта, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. Обработка каждые 2 часа. В аэропорту Сочи приняты максимальные меры против коронавируса. На Бытхе восстановят Теренкур. Часть работ выполнят уже к маю. Об этом жители попросили мэра Сочи. Сегодня утром в Адлере тушили пожар в 27-й школе. Там прошли учения. Эвакуацию провели за рекордное время. В Сочи приняты максимальные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. На курорте создан оперативный штаб. До 1 мая в городе запрещены массовые мероприятия. В образовательных учреждениях введен режим свободного посещения. Дополнительные меры безопасности приняты и в аэропорту Сочи. Теперь каждый рабочий день у сотрудников аэропорта начинается с контроля температуры. И до конца смены никто не снимает защитные перчатки и маски, разве что только для замены через каждые 2 часа. Дополнительные меры безопасности приняты для профилактики распространения инфекционных заболеваний. Тепловизор встречает каждого, кто сошел с борта самолета. Особенно тщательно обследуют прибывших из стран очагов коронавируса. На данный момент сотрудники Роспотребнадзора присутствуют на всех международных рейсах, проводят контроль температуры тела пассажиров. Пассажиров с повышенной температурой тела на данный момент не выявлено. Сотрудники аэропорта Сочи провели противоэпидемиологическую тренировку по действию сотрудников в случае выявления больного на борту воздушного судна. Будем надеяться, что нам не надо будет это отрабатывать в реалии, но в любом случае аэропорт Сочи готов. Еще одной мерой стала дополнительная дезинфекция всех помещений аэропорта. Точки общепита, санузлы, полы, дверные ручки, лифты и авиатрапы обрабатываются спецраствором раз в 2 часа. У нас достаточно дезинфицирующих средств, они все имеются в наличии. И были специально разработаны графики по рекомендации медико-санитарной службы. В настоящий момент используется дезинфекционное средство CBA-18, которое используется не только в помещениях аэровокзального комплекса, но и также в самолетах. В нашем распоряжении имеются также дезинфицирующие таблетки и также средства дезинфицирующие производства России и зарубежные средства. О мерах профилактики не стоит забывать никому. В Краснодарском крае под медицинским наблюдением находятся 343 человека. Среди обследованных, по сообщению Краевого управления Роспотребнадзора, заболевших нет. В регионе по-прежнему зафиксирован только 1 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус – житель Приморско-Ахтарска. Его состояние удовлетворительное, и все, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением медиков. Карантин устанавливается на 14 дней. На этот период люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой, должны находиться дома и обязательно передать данные о времени и месте своей поездки на горячую линию. Телефоны вы видите на экране. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Проблемы обманутых дольщиков обсуждали на совещании в Краснодаре. Его провели глава региона и прокурор края. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году на Кубани было сдано 49 проблемных домов. Больше 10 тысяч человек получили долгожданные ключи от своих квартир. Планы на этот год – завершить 113 объектов, а это вдвое больше. Сегодня проблемными остаются 275 домов. Мы зашли каждый в свою квартиру, посмотрели, дали ключи. 26 декабря мы здесь кушали, значит, у нас был, здесь был сабантуй такой, ну, праздничек такой. День, когда впервые увидел готовую свою квартиру, Александр Довлатов запомнил очень хорошо и в деталях. Ждать сдачу дома ему пришлось долгих 5 лет. В какой-то момент он даже потерял надежду вообще когда-либо вселиться на улицу Сормовскую в Краснодаре. Дом, оказывается, был построен всего на 60%. За 5 лет, и за 3 месяца остальные 40%. Вот так вот. Потому что с виду он был вроде как готов, но внутри там это лифты, электричество, отопление, этого всего не было. Как и сотни других покупателей квадратных метров в жилом комплексе «Форт Карасун», он оказался обманут. Заморозили строительство без объяснения причин. Долгие судебные разбирательства и, как итог, банкротство строительной компании. Чтобы доделать последний корпус и ввести его в строй, пришлось привлекать бюджетные средства. Из Фонда защиты прав дольщиков на завершение работ выделили 135 миллионов рублей.
Быстро началось все достраиваться, очень быстро. Конкурсный управляющий появился. В России не у всех так хорошо все получается как-то. Я знаю, люди до сих пор как бы по 20 лет ждут. Именно в Краснодарском крае, одном из первых регионов, начали открыто говорить о проблеме дольщиков. Усилиями краевой власти и силовых ведомств удалось добиться главного – остановить появление новых проблемных объектов. С прошлого года их число стремительно пошло на убыль. И это видно даже по встречам дольщиков с губернатором. В зале хватило мест всем. В реестре осталось 275 объектов, и в этом году их станет еще меньше. По словам Вениамина Кондратьева, для решения этой задачи есть и поддержка федерального правительства и отлаженная работа краевого фонда. По итогам прошлого года мы были активны и добились результата. Конечно, здесь в первую очередь это совместная была работа. И я хочу сказать, без позиции прокурора, такой жесткой, принципиальной позиции, вы бы, наверное, не слишком много сделали. Сделали, но не так много. Задачу прошлого года, я считаю, мы ее выполнили. 49 домов сданы в эксплуатацию, примерно около 10 тысяч, даже чуть больше, обманутых дольщиков получили свое жилье. В этом году мы ставим планку практически в два раза больше, это 113 домов. И важно, чтобы мы тоже дошли до этого результата. Если мы уже просто более подготовлены к решению этой проблемы и понимание, самое главное, понимание, как их достраивать, как решать проблему. Такие встречи – уникальная возможность для дольщиков напрямую обратиться и к местной власти, и к краевой, и к представителям правоохранительных органов. Сергей Табельский, прокурор края, выслушав доклады глав районов и вопросы дольщиков, посоветовал закрепить за каждым проблемным объектом конкретных должностных лиц, которые будут вести недострои. Где ответственность? Ставьте из заместителей, из начальников департамента, важно, не важно, этого направления ответственно, чтобы он следил, чтобы кто-то, понятно, у вас дел много у главы, и вы за всем не уследите, но должен быть человек, который отслеживал. Вот почему за месяц идет на Сан Саныч здесь, да, долгов, бумаги там месяц, давайте за две недели, да, скажем, нужно сделать две недели в ускоренном порядке, значит, подготовить документы к банкротству. Проблемы у дольщиков есть не только в краевой столице. На собрании присутствовали и сочинцы, и жители Новороссийска, и Анапы. В курортных городах ситуация осложняется поиском компенсационной земли для инвесторов. Вам же принципиально важно, чтобы вы квартиры получили. То есть каким способом мы пойдем, это не столь важно. Просто у нас есть дольщики, которые намерены подать исковое заявление, компенсационные участки. Коллеги, ну, опять-таки, есть вещи, где, прекрасно понимаю, они подстегиваются заинтересантами. В том числе строительный бизнес, который увидели земельный участок, красивый и ликвидный. Согласен, они вас вперед выдвигают, не идите вперед и пробивайте участок. Но вы будете умнее. Потом они за счет вас, у них маржа будет, знаете какая, там 1000%, потому что они вам отдадут, там, сколько у вас человек, а дальше этот массив за строй, они озолотятся. Они озолотятся. Но вы-то не будьте разменной монетой. Есть ли, да, привлекательность у этого дома? У этого нет, потому что из 354, а квартир 290 проданы практически. Значит, месяц сроку, и по ним в том числе, дайте, либо рассмотрите вопрос компенсационного участка, только покажите мне, что и что к чему, либо все-таки фонд, либо фонд федеральный. Мы зашли в фонд. Но еще раз подчеркиваю, да, сроки. За месяц дайте мне понимание для меня и для них, каким путем мы пойдем. Вот я хочу, чтобы не меньше было принято решение. В планах на этот год завершить 113 домов. Это даст возможность передать ключи от 14 тысяч квартир их законным владельцам. И с привлечением инвесторов, и на средства федерального и краевого фондов, и на собственные средства ранее заморозивших стройки компаний. С таким количеством инструментов главное не остановиться. Ваш алгоритм работает, структурные единицы ваши выполняют поставленную задачу. Это так. На данном этапе сейчас у нас есть положительный результат. Мы очень рады, безусловно. Я говорю, как есть. И также благодарна вот Сергею Владимировичу, он сохранил наше имущество на объекте. Головокружение от успехов быть не должно, ведь даже по уже достроенным объектам иногда возникают проблемы. Где-то с межеванием земельных участков, где-то с коммуникациями. Глава региона занимает жесткую позицию. Проблемные объекты надо вести до конца.
Я просто всех прошу не расслабляться, это касается коллег. Мне нужно глубинное погружение в конкретный алгоритм по конкретным объектам. То есть мне нужен временной фарватер. Я не говорю конкретно временной срок, фарватер хотя бы, диапазон. Там 3 недели, месяц, максимум 2 месяца. Но понимание по каждому дому, что мы будем делать, должно быть у каждого. Тем более, если непривлекательный дом, фонд, все. И есть теперь и этот выход. Тогда что мешает нам в понимании прозрачности и в алгоритме наших действий? Ничего не мешает. Надо принять решение, набрать в рот воздуха и сказать, вот здесь нет привлекательности, бесполезно, идем в фонд. Документы в фонд поданы, вот там нужна поддержка. Все, я ее максимально буду вам оказывать. Все понимают, что закрыть проблему обманутых дольщиков получится только совместными усилиями. Важно, чтобы сами пострадавшие граждане шли навстречу и относились с пониманием. Главное, что проблемы, которые не решались годами, с мертвой точки сдвинулись. Результат от совместного обсуждения есть. Теперь такие совещания по поручению губернатора будут проводиться ежемесячно, до тех пор, пока последний из 275 домов не будет сдан. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Борис Титов высоко оценил проведение бизнес-форума «Дело за малым». Площадка собирает лучших спикеров из разных стран мира. В Краснодаре уже не первый год. Глава региона встретился с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Вениамин Кондратьев поблагодарил омбудсмена за большое внимание к краю. Сегодня на Кубани около 300 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это четвертый результат в стране и первый в Южном федеральном округе. Вместе с тем предприниматели волнует ряд вопросов. Например, отмена единого налога на вмененный доход. Малое и среднее предпринимательство для нас – это драйвер экономики. Это те, которые очень быстро реагируют на рынок, на спрос, на изменения спроса, на колебания рынка. У нас 278 тысяч сегодня субъектов малого и среднего предпринимательства. В принципе, это выражается 33% ВРП края. Это очень серьезный показатель. Условия, которые сегодня мы в крае создаем, мы стараемся их создать. Но по-разному получается. В том числе единый налог на вмененный доход. Сегодня он все прекратил, можно сказать, свое существование для малого и среднего бизнеса. Это не очень сегодня радостное решение, только потому что они будут теперь по-разному платить налоги. А, естественно, это изменение структуры, в том числе налогообложения, где-то и бизнеса в целом. То, что на самом деле у нас вызывает сегодня тревогу, потому что это вызывает тревогу у малого и среднего бизнеса. Но если есть возможность поддержать часть изменения все-таки этой нормы, либо ее отсрочить, то давайте пытаемся, может быть, при вашей поддержке хотя бы отсрочить введение этой нормы. Действительно, это край малого и среднего бизнеса, и не только сельскохозяйственного, туристического, но и сегодня и производственного малого бизнеса. Видим, какие программы выстраиваются, только вот по инвестиционной помощи, в инвестиционных проектах. Видели, что сегодня приток инвестиций достаточно высокий в край, в среднем выше, чем по стране. Край сегодня занимает очень достойное место по инвестиционному климату. Сегодня взаимодействие именно с властью, с региональными правительствами, конечно, очень зависит от того, как вот в такой непростой ситуации для бизнеса можно что сделать, чтобы помочь. Это помощь людям, потому что рабочие места останутся, не уйдут с рынка. Это все-таки доходы. Основная часть доходов всех – это заработные платы. Абсолютно я разделяю вашу позицию по малому и среднему бизнесу. Ну что такое малый и средний бизнес? Это люди, в первую очередь. Люди. Самозанятость. Они обеспечивают себе, своей семье, своим друзьям. Поэтому, конечно, создавать условия для них, для малого и среднего бизнеса, это создавать условия для сытой, стабильной жизни людей. И если уверенно себя будут чувствовать малый и средний бизнес, значит, уверенно себя будут чувствовать люди, и они будут смотреть уверенно в завтрашний день. В свою очередь Борис Титов рассказал, что часто поступают жалобы от представителей строительного бизнеса. В частности, речь идет о проблеме обманутых дольщиков. Мы видим, что, к сожалению, проблема обманутых дольщиков, она очень велика. Многие не получили свои квартиры. Но мне бы хотелось ваше взаимодействие в том, чтобы с каждым отдельным этим проектом, чтобы была возможность нахождения решения. Здесь мы из прокуратуры края работаем. Действительно, многие нарушали закон, и это недопустимо. Но где есть возможность, где-то они просто не смогут, что-то не доработали, или они там
слишком долго разрешение выдавалось на строительство, или еще какие-то проблемы, которые, ну, не зависящие от них, которые привели к какому-то негативному результату. Мы здесь абсолютно, я считаю, применяем такой здравый подход. Ну, почему? Там же, если брать проблему обманутых дольщиков, там есть проблема такого неумелого управления. То есть это может быть, ну, безграмотной где-то хозяйственной деятельности. А есть просто воровство. Воровство, где деньги собрали и вывели. Либо целиком, либо часть. И там, где, конечно, мы видим, ну, неумелое руководство, конечно, мы с точки зрения уголовного преследования тоже не настаиваем, даже вообще не настаиваем. Мы пытаемся помочь. В целом, как отметил Борис Титов, малый и средний бизнес уверенно чувствует себя в Краснодарском крае. Важно, что на Кубани появляется все больше таких предприятий. Итоговый вариант генерального плана краевой столицы должен быть представлен горожанам в апреле. Такое поручение властям Краснодара дал глава Кубани на заседании градостроительного совета. Общественники, эксперты, краевые и городские власти обсудили необходимые изменения в городскую инженерную и транспортную инфраструктуру, обустройство новых микрорайонов в условиях быстрого роста населения. Я прошу вас занять принципиальную позицию в отношении генерального плана. Вот все корректировки, инициативы, от кого бы они ни были, должны быть только в интересах горожан, жителей Краснодара. Я понимаю, что сейчас включаются лоббисты различного уровня, но нас это не устраивает, меня уж точно не устраивает. Поэтому где вы запланировали зеленые зоны, значит, они должны там появиться. Где вы запланировали детские садики, значит, они должны там построиться. Где запланировали школы, значит, школы должны быть возведены. И парковки в том числе. Все, что сегодня так раздражает жителей, когда этого нет, микрорайоны строятся, а это не строится. А как? Поэтому любые изменения, дополнения, корректировка генплана, проекта, который вы сделали, только в интересах жителей. Проект генплана Краснодара уже находится в мэрии. Разработчики передали его властям в декабре прошлого года. Работа по созданию документа состоит из 10 этапов. От создания топографических моделей до утверждения в строительных и архитектурных ведомствах. Итоговой концепцией городские власти будут руководствоваться до 2040 года. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. С 17 марта в Сочи облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 5-7 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне 17 марта облачно, снег. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем 1-3 градуса выше нуля. В микрорайоне Бытха будет восстановлен Теренкур. Такое решение было принято во время обхода мэром Алексеем Капайгородским этой части города. Эта пешеходная тропа соединяет два микрорайона – Бытху и Благодать. Проходит она по лесопарковой зоне. Эту дорожку активно используют местные жители, которые занимаются спортом. Дело в том, что последний раз там наводили порядок 5 лет назад. Правда, благоустроили лишь небольшой участок в несколько сотен метров. На большей же части, а это около 1,5 километров, нет должного покрытия, отсутствует и освещение. В некоторых местах нужно обрезать деревья и кустарники. Местные жители обратились к мэру с просьбой полностью восстановить Теренкур. И вот как такое поручение дал глава города после осмотра этого объекта. Освещения здесь нет, я правильно понимаю? На сегодняшний день нет. Сочи Свет здесь? Она должна быть освещена. Есть. Мощности есть, которые сюда освещены? Конечно, наверное. Значит, к 1 мая давайте сделаем подарок жителям этого микрорайона. Осветите, санитарию серьезную сделайте, все здесь, вот эти все, что мешает ходьбе, бегу, все убрать, чтобы и справа, слева, и высоту все было убрано в рамках санитарии. И уже дальше будем смотреть, что делать с покрытием, чтобы ямок не было. Сначала все сделать ямочное, чтобы уже в ближайшее время, с учетом хорошей погоды, здесь были достойные условия для занятия спортом.
Поднимали и другие темы. Так, по многочисленным просьбам решено оборудовать камерами видеонаблюдения Бытхинский сквер, который открыли в 2018 году. Сочинцы уверены, что такой шаг отпугнет вандалов. Осмотрев микрорайон, глава города встретился с местными жителями. Задать свои вопросы пришли около 200 человек. Интересовались, в частности, ремонтом стадиона в 16-й школе. Мэр заверил, что объект обновят уже к осени. На это уже выделено 7 миллионов рублей. Зашла речь и о судьбе лесопарковой зоны Бытха. Ее местным жителям пообещали сохранить. Все обращения горожан были взяты на контроль. Сегодня утром в Адлере тушили пожар в 27-й школе. Там прошли тактико-специальные учения. В них были задействованы 50 человек и 23 единицы спецтехники. Пожарная сигнализация в образовательных учреждениях, как правило, раздается один раз в четверть. Во время учений специалисты проверяют системы оповещения и дублирования сигнала на пульт пожарной части. Эвакуация детей по правилам должна занимать не больше 15 минут. Педагоги и ученики 27-й школы с этой задачей справились меньше, чем за 5 минут. В положенное время уложились и специалисты пожарно-спасательных гарнизонов, медики и сотрудники коммунальных служб. Поскольку школа стационарная, есть подстанция своя, есть действовать, естественно, электросети будут, есть котельная, которая оборудована газом, там будет действовать МУП Сочи Теплоэнерго и газовые службы нашего города. Подобные тренировки в социально значимых организациях проводятся каждый месяц. Участники отрабатывают способы и правила эвакуации, проверяют укомплектованность личным составом и техникой. В апреле свои практические навыки по проведению спасательных работ будут отрабатывать сотрудники сочинских здравниц. Мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 16 марта 1945-го советские войска сжимают кольцо окружения вокруг Кёнигсберга. Противник оказывал упорное сопротивление. Особенно ожесточенные бои проходили к западу от населенного пункта Бладиау, узла шоссейных дорог. Овладев им, советские войска перерезали последнюю находившуюся в руках немцев шоссейную автомагистраль вдоль линии фронта. Противник пытался отбить эти позиции, но успеха не добился. Бои продолжаются и в окружении Бреслау. Советским воинам приходилось буквально вгрызаться в каждый дом. Бойцы использовали дымовые завесы, чтобы пересекать улицу. Часто схватки переходили в рукопашные. В этот день на всех фронтах подбитой и уничтожено 113 немецких танков, сбито 65 самолетов. В этот же день, 16 марта 1942 года, в блокадном Ленинграде умер от истощения советский ученый Яков Перельман. Один из основоположников жанра научно-популярной литературы и занимательной науки с началом Великой Отечественной остался в Ленинграде, где читал лекции воинам-разведчикам Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота, а также партизанам об ориентировании на местности без приборов. Сдать экспресс-анализ крови и сделать ЭКГ, не выезжая из села. Акция «Социальный Сочи» на этот раз прошла в Голицыно. Туда приехали узкие специалисты из городской поликлиники номер 2. Акцию «Социальный Сочи» организовала мэрия курорта совместно с поликлиникой номер 2 и Сочинским государственным цирком. Пока взрослые проходили осмотры у врачей, малыши смотрели представления. Сама же акция проходит с целью профилактики наиболее распространенных заболеваний, особенно в отдаленных районах. Пациент пришел и может сразу же непосредственно прийти, сдать экспресс-анализ крови, определить уровень холестерина, глюкозы в крови. Может сразу же зайти на ЭКГ, посмотреть, как работает его сердце, попасть к врачу-неврологу, кардиологу, терапевту, хирургу. С нами также в этих акциях участвует врач-онколог. После, скажем так, такого осмотра у пациента складывается уже картина его здоровья. Также в данный момент проводится всеобщая диспансеризация, то есть выявление хронических неинфекционных заболеваний. Ближайшая к селу Голицыно поликлиника находится в 19 километрах. Пожилым людям добраться до нее сложно. Именно поэтому и был разработан такой социальный проект. Получение консультации врачей по системе одного окна без записи и очередей – отличная альтернатива диспансеризации. При этом возможность выявить заболевание на ранней стадии в большинстве случаев позволяет добиться полного выздоровления или стойкой ремиссии.
Чем раньше мы выявим проблему, тем быстрее мы сможем эту проблему решить. То есть, когда уже случай запущенный, то есть это естественно, это и финансовые траты для пациента, потому что нужно соблюдать какие-то определенные правила, принимать лекарства, которые сейчас не совсем все дешевые. То же самое с холестерином. На ранних стадиях мы не можем его почувствовать, этот уровень холестерина. А уже когда идет высокий уровень холестерина, то есть там возникают другие проблемы, то есть типа инсульта, инфаркта. Поэтому это очень важно на ранней диагностике. В Голицыно живут более 800 человек. В акции приняли участие 46 сельчан. Я прошла всех врачей, всех абсолютно. Акция очень полезная, очень нужная. Для пенсионеров тем более, не ехать в город куда-то не надо. На автобусе час езды, а здесь очень-очень нужная акция. Помимо медосмотра, жители села смогли в этот день задать вопросы представителям управления соцзащиты и пенсионного фонда. Акция «Социальный Сочи» будет проходить регулярно во всех отдаленных населенных пунктах города. Следующая по плану пройдет 21 марта в селе Бестужевское. Ольга Десятова, Инга Габешая, телекомпания ФКТ. Глава Сочи наградил лучших сотрудников городской жилищно-коммунальной отрасли. В минувшее воскресенье профессиональный праздник отметили работники сферы ЖКХ. Алексей Копайгородский поздравил специалистов ресурсоснабжающих организаций курорта, вручил им грамоты, благодарственные письма и знаки отличия. Без каждого из вас, без ваших коллективов в городе было бы всегда холодно, темно. Город большой, и испытания серьезные, и катаклизмы, и природные возможности, и самое главное, большой туристический поток. И вы с этими делами все справляетесь очень здорово, и за это просто от всех нас спасибо. И сегодня мы поощрим тех людей, которые за это время отличились, те люди, которые показали очень достойные результаты, но на этом останавливаться никогда не нужно. Глава курорта наградил 30 человек. Почетные грамоты и благодарственные письма получили сотрудники отраслевого департамента администрации, специалисты предприятий «Водоканал», «Сочи Теплоэнерго», «Водосток», «Сочи Света» и «Кубанинерго». Четверо награжденных удостоились знаков отличия за безупречную службу городу и за вклад в развитие Сочи. Алексей Копайгородский отметил, что ресурсоснабжающие организации курорта проводят масштабную работу по модернизации инфраструктуры, в частности, по обеспечению экологической безопасности. «Водоканал» активно внедряет новые технологии. К примеру, на очистных сооружениях БЗУГУ установлены тонкослойные модули для улавливания частиц во вторичных отстойниках. По словам директора предприятия, конструкция модулей позволяет значительно улучшить систему очистки стоков, при этом не навредив природе. Это и запуск водозабора Бешенка, который, в принципе, сейчас решил проблему с водой в поселке Красная Поляна. Та же самая сушка и осадка – это такой же неотъемлемый комплекс, цикл, да, который позволяет беречь экологию и, соответственно, улучшать инфраструктуру города. Вот также мы сейчас занимаемся разработкой проектов для строительства очистных сооружений, особенно в Лазаревском районе, реконструировать те очистные сооружения, которые существуют, ну и, соответственно, построить новые очистные сооружения. Технологическое перевооружение продолжается и на других предприятиях. Одним из важнейших итогов прошлого года для «Кубанинерго» стало создание интеллектуальной системы учета. Около 100 тысяч потребителей бесплатно получили умные счетчики. У горожан появилась возможность экономить, а у специалистов отслеживать надежность и качество электроснабжения. Татьяна Говоркова, Инга Габешая, телекомпания ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.